С интенсивным развитием промышленности и сельского хозяйства Азербайджанской ССР водоснабжение стало одной из неотложных народно-хозяйственных задач. Только для жизнедеятельности промышленного города Баку требуются миллионы кубометров воды в сутки. Ученые считают, нынешние поиски ресурсов пресной воды затмили золотую лихорадку и нефтяную истерию. Наиболее острая проблема стоит перед энергетиками. Как обеспечить ТЭС и АЭС при создавшемся в республике дефиците пресной водой? В результате проведенных учеными исследований источниками для ТЭС и АЭС в городе Баку могут служить минерализованные промышленные стоки и соленая вода Каспийского моря. Обессоливанием воды Каспийского моря для нужд энергетики еще в 40-х годах занимался видный советский ученый профессор Макинский. Сегодня в институте Азнефтехим его ученики добились значительных успехов в разработках методов обессоливания морских и минерализованных промышленных вод. На морской воде работать сложно из-за ее коррозийной агрессивности, но иного пути у азербайджанских энергетиков пока нет. На приморских ТЭС, отработанный в турбогенераторах пар, охлаждается морской водой. Отобрав тепло, вода с температурой 22 градуса сбрасывается обратно в море. Как использовать это даровое низкопотенциальное тепло для получения дистиллята? Для этой цели в городе Баку на ТЭЦ «Красная звезда» сооружена одноступенчатая опытная установка производительностью 50 тонн дистиллята в час. Рассмотрим принцип ее работы. Морская вода, нагреваясь от конденсатора турбины, движется по замкнутому контуру в установке. Попадая в адиабатный глубоковакуумный испаритель, она мгновенно вскипает в испарительных секциях. Образующийся пар направляется через сепарационные устройства в конденсатор установки, где получают дистиллят, который затем подается на ТЭЦ. Процесс дистилляции автоматизирован. Но этот способ требует технического усовершенствования. Так, с увеличением мощности установки увеличивается ее металлоемкость, а стоимость получаемого на ней дистиллята высока. Испытания на ТЭЦ «Красная звезда» показали недостаточную перспективность работы установки с турбогенератором ТЭЦ. Однако она может применяться для дистилляции низкопотенциальных сбросных вод от нефтеперерабатывающих заводов. Как уже сегодня снизить стоимость опреснительных установок и получить из морской воды для нужд энергетики требуемое количество дистиллята? Известный классический метод термической дистилляции имеет недостаток – сульфатный барьер. С повышением температуры 105-115 градусов Цельсия и увеличением кратности упаривания образуется сульфатная накипь, резко ухудшающая теплопередачу. Проводимые азербайджанскими учеными исследования в направлении методов термической дистилляции морской воды позволили им преодолеть сульфатный барьер. Это доказывает метод, примененный на ГРЭС «Северная» в городе Баку, где уже много лет действует промышленная установка производительностью 50 тонн дистиллята в час. Морская вода,
предварительно умягчается в двух поточно-противоточных фильтрах по методу развитой регенерации профессора Фейзиева. В катионитных фильтрах происходит замещение ионов магния и кальция на ионы натрия, а затем умягченная вода поступает в испаритель для получения дистиллята. Этот метод позволяет преодолеть сульфатный барьер и снять ограничения по температуре и степени упаривания. На данной установке для регенерации катионитных фильтров используется только продувочная вода испарителей. Это позволило исключить полностью потребность в привозной поваренной соли. Себестоимость одной тонны умягченной воды 6 копеек, а дистиллята 12 копеек. Годовой экономический эффект составил 140 тысяч рублей. Говорит профессор Абдуллаев. Таким образом, глубокое умещение морской воды позволяет реализовать разумкнутый цикл. Да. То есть, парогенератор барабанного типа непосредственно питает трубу умещенной морской водой, а конденсат паровых турбин используют в качестве опреснённой воды. Такая схема прошла промышленное испытание на Красноводской ТЭЦ и была удостоена государственной премии Туркменской ССР. Сегодня стоимость термической дистилляции с предварительным глубоким умягчением морской воды не превышает стоимости получения дистиллята из пресной воды. И этот метод можно широко использовать в приморских районах нашей страны на ТЭС и АЭС. Широкое внедрение в энергетике прогрессивных методов обессоливания морских и минерализованных сточных вод позволит решить важную экологическую и народно-хозяйственную задачу.